Ну что ж, давайте выберем прямо сейчас для себя комфортную обувь. Туфли дачные – это новинка и сразу по цене со скидкой. Причем максимальной скидкой. 799 рублей и три цвета на выбор. Вот сейчас на нашей Ксюше зеленый цвет, такой красивый, травянистый очень. Но это еще не все. У нас есть еще целых два варианта для вас разного цвета. Вот тот, который сейчас у меня в руках, вы видите на экране, это голубой цвет. Посмотрите, с белой подошвочкой внутри. Голубой. И у нас есть еще один цвет, совсем девичий, совсем такой милый, розовый, с розовой подошвой. Да, лунная походка. Друзья, ну, давайте о лунной походке сейчас и поговорим. Для того, чтобы сделать такой маневренный па, да, нужно в очень комфортной обуви пребывать. Скажи, насколько нам будет комфортно и удобно в жару находиться в туфельках дачных? Ну, на самом деле, Оль, ты знаешь, вот именно такой вариант, вот из такого материала в настоящий момент получил самую большую распространенность, самую большую... ну, признание даже, я бы сказала. Ты знаешь, у меня, кстати, вот мама выбирает вот для себя такую обувь, потому что мама у меня живет в частном доме, да. И ей вот нужно ходить. Ну, конечно, закрытую обувь летом не хочется, но все-таки ножку защитить, да, вот в огороде, в саду. Хочется выглядеть при этом красиво. Мама у меня такая, знаешь, прям девочка-девочка. И вот она такие вот выбирает для себя уже второй год, и, знаешь, отлично себя чувствует, ей очень нравится. Я тебя правильно понимаю, эти туфельки не знают возраста. Можно и дочери заказать, можно и себе взять, можно бабушке тоже заказать, правильно? Бабушке, слушай, бабушка вот у меня тоже, кстати, в частном доме живет. Надо бабушке, мне кажется, заказать. У нас проблемы все время, да, как подобрать правильный размер. Научи, пожалуйста, Лен. Ну, на самом деле, совершенно все просто. Мы обводим свою ножку, стопу на листике бумаги, на совершенно простом. Измеряем линейкой длину в сантиметрах и сверяемся с нашей табличкой. Например, вот у меня 38 размер ноги, а по длине получается 24 сантиметра. Вот, смотри, а у меня 39,5, значит, какой-то мне посоветуешь взять? А у тебя получается тогда 40-й лучше брать, потому что, ну, обувь все-таки с закрытым носиком, да, чтобы было комфортно, и вот по пяточке в том числе. Здесь такая вот, видишь, поддержечка. Да, я обратила внимание, что здесь вот пяточка выскакивать не будет. Все вот, знаешь, как куличики прям все аккуратненько. Да, еще, знаешь, вот здесь есть такая поддержечка вот здесь вот под пяткой. Это важно. Я надеюсь, вот видно, да, сейчас немножечко углубление. То есть пупырышки, для комфорта ножки. Пупырышки. Да, 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 да. А пупырышки здесь еще и массажный эффект оказывают. Здесь, кстати, еще ко всему прочему, вот обрати внимание, чуть-чуть утолщение такое вот в зоне пяточки, то есть небольшой подъемчик, но все-таки есть, да, а это всегда снимает напряжение со стопы. Но, кстати, благодаря пупырышкам еще и ножка не скользит в них. Вот так, друзья, это предложение для тех, кто любит стильную, модную, яркую, комфортную обувь для лета. Размеры пока все в наличии, звоните скорее в колл-центр, звонки бесплатные. Что еще можно рассказать про обувь? Оль, ну, во-первых, я хочу еще сказать, что мы вот заговорили, да, про дачные участки, про отдых, но ведь и на пляж их с собой можно взять, правда, и в бассейн. Если вы едете в отпуск, то это отличный вариант пляжной обуви. Посмотрите, они открытые, они при этом красивые, они удобные в конце концов. Кстати, если вы ходите там по камням или в бассейне, намочили ножку, можете не бояться потерять их, как это обычно бывает со шлепками, потому что вот этот чудный ремешок можно перевернуть назад, и он будет поддерживать пяточку. Слушай, я вспоминаю, как мы с мужем, с детьми приехали на отдых, вроде бы шлепками прошлепали по галечке, а потом заход-то тоже из гальки, понимаешь, тоже сложно. И мы, а в туфельках уже, ну, я имею в виду, в шлепках не поплаваешь. Да. Я считаю, что вообще отличный вариант, если вы собираетесь на море отдыхать. Для вашего полноценного комфорта туфли дачные. Не промокают? Ну, конечно, это же у нас силикон, поэтому здесь, ради бога, могут и промокать, ноге все равно будет комфортно. Какие стильные, яркие, модные. Если вы любите шлепки, но если вы предпочитаете все-таки шлепки носить с платьем, понимаете, что в город вот так не уйдешь, вот я вам все-таки предлагаю туфли дачные как альтернатива. 799 рублей цена распродажи.